работает. Ну, наверное, мой успех в одном. Знаете, когда я начинал, мне все говорили, что все это хрень, что денег здесь нет, что у меня ничего не получится. Все друзья, братья, сестры, даже родители сказали, что все это фигня. И все сказали, что все через это проходили. Наверное, в этом и есть мой основной секрет. Я просто не все. Я не хочу жить как все, я не хочу получать зарплату как все. Я не хочу вставать каждый день на работу как все. Я не хочу делать то, что делают все. Вот, наверное, в этом мой секрет. Я просто не как все. Спасибо большое, Михаил. За 80 дней. Ага. Ольга Осипова пришла.